15 лет в европейской семье. В Варшаве открылся саммит стран Восточной и Центральной Европы, посвященный 15-летию вступления в ЕС. Высоких гостей встречал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Этот форум – его инициатива. В нем принимают участие лидеры 10 стран, присоединившихся к Евросоюзу в 2004 году, а также представители Румынии, Болгарии и Хорватии. Саммит проходит в Королевском замке в старом городе Варшавы. После рабочего заседания и завтрака главы государств и правительства ответили на вопросы журналистов. Членство в Европейском Союзе во многом изменило нашу жизнь, поставило нас перед новыми вызовами, но и принесло нам несомненную пользу, сказал президент Польши Анджей Дуда. Открытие границ дало полякам новые возможности. Многие польские компании добились успеха в Европе, да и сама Польша очень изменилась благодаря хорошо используемым фондам ЕС. Польша вступила в Евросоюз 1 мая 2004 года вместе с 9 другими странами, среди которых были Венгрия, Словакия, Словения, Эстония, Латвия и Литва. Румыния и Болгария стали членами ЕС в 2007 году, а Хорватия в 2013. Участники саммита рассказали, что в ходе встречи поделились своим историческим опытом и констатировали, что имеют схожие интересы.